Друзья, мы продолжаем прохождение DLC Ведьма 3 Каменные Сердца. Так, сейчас мы должны зайти в хату. Был такой у меня долгий перерывчик между тем ключником, который до сих пор валяется. А, мы уже взяли лопату, там точно там супер зверская лопата была у него. Так, теперь идем в дом. Открыто твой иметь. Ты умрешь здесь. Ой, я тебя прошу, слышь, ты умрешь здесь, ё, тоже, блядь. Беспонтовые понты вот эти вот, типа, ты умрешь, ты обречен, тебе ничего не поможет. Мать, если единственный, кто здесь может умереть, то только ты. Если ты вылезешь, там будешь орать на меня, там выпендриваться. Поэтому сохрани себе жизнь. Это что было? О, что-то можно подобрать. Так, а тут у нас что-то. Тут у нас ничего. О! Заставончик, что-то что будет? О. Там что, записки какие-то, что ли? Что это? Пыль? Тут уходит? Что происходит? Что происходит? Опа! И что за... Что с картиной? Манекены такие живут, такие... Да какого... Че? Окей. Внимательнее надо быть. То есть, получается, не подходить к картинам, что ли? Слышь, мать, а ты страшная, ё-моё. Как ты вообще живешь с этим? Что такая страшная? Ну? Тут что-то пердит, тут что-то. Картина ужасная. Походу, эта тёлка живет в картинах. Или мне так тут кажется. Ладно, хрен с ним. Альбом для... Слышь, мать, ты давай, там этот, не буянь, все нормально, я ж тебя не трогаю. Пока. Что? Что-то мне это не очень нравится. Все тело же хроники Редании. Давайте возьмем отучу Ковис. И тут чертеж кавалерийские штаны. А, пусть будет. Тебе нахрен нам не нужны, ну пусть будут. Кто там дышит так? Зараза. Слышь, ты. Уйди. Слышь, пошла ты знаешь, куда, ё-мо, уйди, ё-мо. Ольгерт, которого я никогда не знал. Он был тогда другим человеком. СМС такая тю-тю-тю-тю, и сразу пришла. Только стоишь, записывай сразу все СМС-ки, фигески, сразу все. Так, нет, я пока не хочу на второй этаж. Так, чё? Хм, стол накрыт, не понял. What? Все чисто, стол сорвован. А, ключник же, наверное. Этот ключник постоянно открывал на стол. Вот. Слышь, что ты брыкаешься, ё-моё? Я же тебе пока ничего не сделал, что ты? Все бабы так, ему пока еще ничего не сделал, все, сразу паника начинается там, на корабле. Боже мой, да ты ублюдок, да ты иди, фу-фу-фу. Паникуют на ровном месте. Так, а здесь пройти Unreal. Значит, нам, походу, нужно наверх, либо вот туда. Блин, это стулья, мать их, в булке. Окей, давайте пройдем сюда, попробуем. Там какой-то холл сзади. А, закрыто. Ну, знаешь, нас принуждают идти именно на второй этаж. Думаю, как раз там вся самая веселуха начнется. Так, картина Ольгерда, мы ее видели. А тут что у нас? Тут дверь забаррикадирована. Тут на улицу, походу, не выйдешь. Понятно, там не пройдешь. Ну ладно, да, знаешь, наверх. Нас просто принуждают идти наверх. Еще одна картина.
спать, ты шмара. Блять, вот тварь ты сраная, господи, гори в аду, блин. А, вот Ольга, походу, с женой. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Прям немного философии от Геральда. Так, а тут на что? Просто цветы. И тут вроде что-то было. А, закрытая дверь. Не понял. А там что? Хм. Интересно, интересно. Интересно, даже очень. Ладно, давай, давай. Пошли. Так, сюда выйти можно? Нет, нельзя. Следы пожара. Интересно. Ну, эти звуки просто буа. А, мы же это уже книжки такие брали. Вот мы не брали. Сделай сам, брали уже. О, мало рукой камень, флорины. Так, мне, значит, надо на балкон. Или чё? О, вода. А чё я не видел? А, я, наверное, просто не заходил. Так, тут на что-нибудь есть? Тут нет, тут ничего нету. Ладно, и заходим в комнату. О, нам добродушно открывают дверки. Что, в принципе, не есть хорошо. Слишком много пространства, блять. Слишком много пространства. Я не люблю, вот сразу замечаю, когда слишком дохрена пространства, и когда что-то будет, блин. Вот, прям, блин. Прям чувствуется, прям очень дико. Ну, она, походу, призрак, поэтому... Призраков возьмем. Ну да. Ну и чё? Расхренена. А, блять, what the fuck? О, мать, да ты, бля. О! Fuck you! Давай, иди сюда. Это что такое? Блин, не... What the fuck? Не понял. Охерей, какого хуя? А ну... Слышь, Лёндра, какого хрена? То есть ей нужно не дать зайти. Картину. Да ебать! Да как так-то? Блин, блин. Ну-ну, чуть-чуть, немного, да твою... Не-не, слушай, не-не-не, походу надо... Так, давайте попробуем... Ардом. Да не ее, господи! А картины эти сраные. Так, нет, походу не Варик. Слышь, мать ты! Так, блин, ладно, давайте попробуем Игни. А, надо же, на нее Игни работает. Во-во-во, давай сейчас попробуем. Да не тут так, господи, что ж ты делаешь ты? Хреноплёта ты кусок. Так, она сейчас, давайте, она сейчас исчезнет. Нет, по барабану. Попробуем еще раз. Нет, хрен.
О, получилось! Ну, давай, какая картина следующая, ну? Да не туда! А, ударить просто можно, все. Тебе жопа. Фу, а так сразу хрен поймешь. Какая картина? Какая? Это? Хрена тебе лысого овца. Куда? Фу, вот это было потно, потно. Даже очень потно. Это что было? О-о-о! А, это не жена, что ли, получается его? Не жена Ольгерда? Так, это я обратно иду. А мне обратно не надо. Фу, блин, вот реально вот сделали сейчас интересно. То есть, не так-то просто завалить людей. То есть, нужно еще думать, нужно тактику узнать. То есть, ну, грубо не тактику, а что делать-то? Это, блин, обалденно реально. То есть, блин... Ты слышишь, её долбишь, ни хрена не подыхает, потом в картину лезет, ему, блин, и все, блин, полное ХП. Спальня. О-о-о, а вот она. Здесь должна была быть Ирис. Давай же свечки зажжем. Да не, не тырим, а свечки зажжем. Геральт, ну чё такой бестактный? О-о-о. И-и-и. Это должно быть она. Зараза. И цветок. Где? А цветок где? Ты хотел ее увидеть? Вот она. Чё за котейка с бобиком? Слова для своих желаний. Меньше разочарования будет. Это что, шутка какая-то? Почему вы сразу не сказали, что она мертва? Ты не спрашивал? А почему никто ее не похоронил? Мы не можем. А ключнику она при жизни велела держаться от себя подальше. Он и сейчас исполняет приказ. Так, как она умерла? От чего она умерла? Я не вижу ни ран, ни следов борьбы. Сердце разорвалось. Ты имеешь в виду инфаркт? Нет, просто разорвалось. В это трудно поверить. Но именно так все и было. Однажды Ирис закрыла парадные двери на ключ, легла здесь и умерла от тоски и одиночества. Оу. Чем дальше в лес, тем я больше удивляюсь. Почему вы вообще мне помогаете? Нас призвали служить, Ирис фон Эверик. Наша госпожа умерла, но это не освободило нас от служб. Понимаю, вы хотите покинуть это место и эти тела. Ты удивлен? Нет, вовсе нет. Окей, так. Ее дух не упокоен. Он в ярости. Почему? Госпожа фон Эверик пережила много бед. Она отвыкла от гостей и не любит людей. Она не слышит нас. Ага. Выходит, я должен поговорить с духом, Ирис. До нашей хозяйки нелегко достучаться. Ее переполняет злость и горечь. Хм. Есть один способ. Мне нужно похоронить тело Ирис. Но кладбище ключника – место неподходящее. Там слишком много крови и страха. Она часто бывала в саду перед домом. Тогда, может, там. Погоди. Возьми этот ключ. Он откроет главные двери. Mm-hmm. Хорошая собачка. Ага. Какая-то хуячка, не собачка, господи. Чё за собака с кошкой? Вообще, там вообще раскроют интересно эту тайну. Так, а я чё, не управляю? А я управляю. А чё ты ушёл-то оттуда, слышь, эй, габёл? Там есть плюшки, ништячки, которые я хотел бы забрать. Ну, придётся идти обратно. Чё-то передвигается, чё-то двигается. Ну, мы знаем, что это жёнушка уже. Мы её один раз уже отхерачили. Второй раз, я думаю, труда это не составит сделать. Так, прежде чем мы пойдём туда... Здесь же есть записка, которую тоже нужно взять, наверное.
А, портрет Ирис и Ольгерда. Прекрасная пара. А, мы там что-то еще брали же. Да, по заданию. А, ключ есть, да, альбом. Ламбросков Ирис, понятно, портрет Ирис и Ольгерда. То есть посмотреть, конечно, нельзя. И почитать, соответственно, тоже ничего нельзя. Ну, ладно. А что за этой дверью? Она открыта? Открыта. Вот видите, как хорошо. О, нифига себе. Не люблю, когда предметы сами передвигаются. Так, и здесь что-то еще можно взять. И... Во, ты так не пугай, ё-моё, я думаю, что-то происходит. Так, и здесь еще тумбочка. Что мы там взяли? А, 75 энергии. Расшитый кунтуш. Расшитые сапоги. А, походу одежда Ольгерда. Походу. Что я не думаю, что... Да не ссы, сейчас все будет нормально. Сейчас тебя похороним. Там молитвы, там все фигни. Там, типа... Ничего страшного не будет. Я думаю. Я надеюсь, что больше никаких сюрпризов не будет вообще. Еще херня, потом опять такой... Вылезет, ему будет не очень приятно. Скорее всего, так оно и будет, потому что ничего здесь спокойное просто так не бывает. И вообще в жизни просто так ничего не бывает. Воу. Вы аккуратнее будьте. Так, мне сюда. Или куда? Ну ладно, давайте пока сюда. Типа на лавочке похоронить ее? Но это не лучшее место для могилы. Конечно, на лавочке. Ну, взял, положил ее на лавочку. Слишком близко к дому. Окей. Надо искать дальше. Давайте сюда. О, роза, конечно же. Не роза, а с цветами. Я пришел к тебе с цветами. А, тут могила уже есть. Нет. Могила здесь? Походу, не Варик. Ирис фон Эврик любила цветы. Но вряд ли она захотела их уничтожить. Понятно. Ладно. Значит, стоит последний вариант. Ищу другое место для могилы. А, там где картина, что ли? А тут что, лучше, что ли? Я пойти не могу. Походу, лучше. Вот это место, пожалуй, подойдет. Да, она любила здесь рисовать. У госпожи фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто ее не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. Она была хорошей, любящей женой, хотя я нихера не знаю. Че, уже похоронили? Нихера себе так быстро. А, я не знал Ирис фон Эверик. Ирис фон Эверик была талантливой художницей, Ирис была женой Ольгерта фон Эверика. Я не знал, а я что, знал, что ли? Я не знал Ирис фон Эверик и не могу произнести достойную речь. По воле судьбы ее останки были упокоены незнакомцем. Иногда судьба запутывает наши тропинки, и жить становится так тяжко, что уже не вынести. После смерти каждый заслуживает упокоения. Твое имя написано на этом альбоме. Может быть, ты хотела бы, чтобы его похоронили вместе с тобой? Вы скажете хозяйке что-нибудь на прощание? Мы не разбираемся в людских ритуалах. Мы верим, что ты сделал все согласно вашим обычаям. А вы-то кто такие, мать вашу? Станки погребены. Попробуем ее вызвать. Если он хоть нас там не порвет, как ту зигрелку. А мы вообще то положили. То есть там были как бы до хера вариантов. Там расческа, кости. Хероска. Забудь о гневе, забудь о скорби. Яви свое обличие. А другое можно? Фу.
прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чем. Ужас. И чё? Ты порисовать мне, что ли, или чё? Я чё-то не понимаю. Ну, дом. Окей. Не понял. Я должен идти за тобой? Хорошо. Что? Куда? В картину? Что? What? Ясно, понятно. Что это за место? Картину твою мать. О, я не здесь. Это нарисованный мир. Работа Ирис фон Эверек. Симпатично так, по сути, так. В фиолетовых тонах все так. А вы как сюда попали? Мы существуем сразу в двух мирах. И в картинах тоже, походу. Расскажите мне больше об этом месте. Странное место. Оно родилось из снов Ирис фон Эверек. При ее жизни этот мир был лишь в ее мыслях, а после ее смерти он обрел плоть. Трудно поверить в такую небылицу. Но ты ведьмак, ты что такое не видел? Лучше уж поверь и будь настороже. Нарисованный мир вовсе не безопасен. А, боже, ну почему? Why? Why? Куда подевалась Ирис? Все это прекрасно, но где Ирис? Она пробудилась лишь на минуту. Если хочешь с ней поговорить, нужно вырвать ее из сна надолго. Только как? Ты же следопыт, верно? Присмотрись к тому, что тебя окружает. Ну и? Этот мир состоит из поблекших воспоминаний. Наша хозяйка хочет стереть их из памяти, но не может. Найди их. Исправь. Призови страхи, что мучают Ирис фон Эверек, а потом уничтожь их. Легко сказать. Ну это правда, легко сказать, это трудно сделать. Так, ну что, продолжим уже в следующей части, друзья. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, ставьте подписывайтесь, заходите в ВКонтакте. И всем до новых встреч, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.